варан. Вот я хотела увидеть большого варана. Комода. Называется обезьянка. Ой, пьет водички. Обезьянка-паук. О, ужас какой, какой он опасный. Молодец, настроение у него появилось, да? Молодец. Вот гигантика она. Она меня прям покорила, эта рыбина. Это гигантская... Этот, как его, скат. Ой, какой огромный череп. Это чей такой огромный череп? Всем доброе утро. Как ваши дела? Мы находимся в Коломбо. И сейчас мы едем в зоопарк на таком шикарном автомобиле. Представьте, сколько мы отдали от нашего отеля Сайбайра Коломбо до зоопарка. Едем где-то прилично, около 6 километров. И отдали, отгадайте, сколько? Всего лишь 500 рублей. Это вам не туристические районы пляжные. Это город, где очень много конкурентов. И легче заказать здесь не тук-тук, потому что тук-туков здесь очень мало. Посмотрим, здесь машины есть. Легче заказать машину. Сейчас будем смотреть животных, да, Саша? Хочешь увидеть мартышечек? Кого ты хочешь увидеть, скажи? Хочу увидеть. Угу. Кого? Жабу. Так вот, мы приехали в зоопарк. Зоопарк огромный, занимает где-то 10 гектар. Вот, раньше занимал 5 гектар, сейчас занимает 10 гектар. Оказывается, там это выход, а мы идем вперед. Вот нас встречают с этими всякими. А? Окей, окей, бесплатно. It's free? No money. No money. No money. Отдай. Я думала, встречает нас так. Они говорят, no money. Оказывается, надо money. Короче, смотрите, какой, сколько стоит здесь билет. Взрослым 3000, детям от 3 до 12 лет 1500. Если свои люди, то есть не иностранцы, а свои, ну, шри-ланкийцы, взрослым 800, детям 400. Значит, Сашке 1500, нам всем 3000. Такой будет ход. Все? Hello? Так, приобрели билеты. Нам его проверили, сделали. И сейчас мы идем. А карт? Do you have card? Maps. Ага. Ищут для нас Maps, карту. Зоопарк здесь приличный. Maps не могут найти. Вот нам дают Maps. Ага, thank you. Так, вот карта. Владик нам у нас будет путеводителем сегодняшним. Да? Пойдемте. И тут нас встречают зебры. Вот они, смотри. Вот они, зебры. Они как раз кушают, смотрите. Как раз мы можем наблюдать, как зебры кушают. Красивые жопки. Кстати, здесь в этом зоопарке очень много животных. Именно с разных... Именно зоопарк Коломбо сотрудничает с разными странами, как Гонконг, Сингапур... Так, здесь у нас антилопа. Это разве антилопа? Это антилопа? Там антилопа. Вот это антилопа? Гуанак. Нет, это кто? Это гуанак, наверное. Да, это гуанак. Какое животное гуанака? Может... Так, здесь мы можем наблюдать, как кушают ламы. Смотрите, какие они интересные. Вот они подходят, Саша, к тебе. Саша, они подходят к тебе. Вообще, смотрите, как они могут подойти близко. А если им зелень дать? Давай, Саша, дадим им листик. Смотрите, как близко находится. Саша, попробуй дать листик. Может, она будет кушать? Вот этот листик. Вот он, если кушать. Что? Открыть. Давай. Здесь
Не хочет она кушать. Ушла. Ушла. Что-то так она отвернулась. Интересное у нее лицо. Мордочка. Это тоже не хочет есть. Смотрите, какой живописный зоопарк. Рабочие убирают территорию. Так красивенько. Ну, с утра вообще-то прохладненько. О, мы идем к тигряткам. К тигряткам идем. Смотри, какой красивый. Пойдем посмотрим. Это кошечек. Красавчик. Кошечек. Эй, тигр, тигр. Застали мы тигренка. За мочеиспускание. Идем сюда. Тигр, идем сюда. Р-р-р-р. Вот оно. Ой, разлегся. Поел, разлегся. А вон они, тигряточки маленькие. Вон они, тигрятки. Они тоже хотят на улицу, а их что-то не выпускают. Забыли, что ли, их выпустить. А мамаша отдыхает. Это мамаша или мамаш? Отдыхает от своих деток, да? Так хорошо. Ходит и смотрит. Ходит и смотрит. Я близко вижу тигра. Так никогда не видела близко. Обычно они издалека. Купаться он не хочет, да? Это у нас пантера. Черный ягуар. Внутри сидит, не хочет выходить. Эй. Смотрите, даже большого нет этого забора, и кенгуру вот так стоит. Eastern Grey кенгуру. Ой, а что ты так стоишь? Не прыгаешь. Обычно кенгуру высоко же прыгают. Эй, кенгуру! Эй, кенгуру! Он, наверное, маленький малыш, да, без мамочки остался. Поэтому высоко не прыгает, да? А так кенгуру, они очень большие. Навострил ушки, да? Будешь кушать? Будешь кушать? Смотрите, как близко находятся от нас жирафики. Кушают они. А почему он устали? А что он так стоит? Он просто так стоит, такой позе интересной. А почему сетку поставить от деревьев? Сетку от деревьев? Они, наверное, любят их жевать, я так думаю. Деревья, наверное, любят жевать, поэтому. И смотри, интересная поза, он просто так стоит. А вот второй кушает. А может, это просто статуя? Смотри, какой он высокий. Может, это просто статуя? Кто? Это не статуя, он, наверное, думает. Я видел, как он своим ухом пошевелил. Смотрите, как интересно огорожено от нас жирафа. Всего лишь маленький низенький такой этот заборчик, и все. И вот мы думаем, наверное, то, что вот этот бордюрчик есть высокий, и они не смогут шагнуть так высоко. С этим учетом была построена площадка для жирафов. Смотрите, какие интересные. Я таких никогда не видела. Женя, как они называются? Владик, скажи. Ну, посмотри на карте, как они называются, такие интересные. Не, напротив жирафов. Эму. Как Эму? Это страус Эму. Ну да, напротив жирафов. Может, в другую сторону напротив жирафов. Интересно, такой окрас у них на спине. Типа похоже на архаров, что ли. Один пишет, а другой пьет эту мочу. Интересные у них лица, мордышки. Какие они? Мы здесь прочитали, оказывается, это куду. Интересно, такие животные, такие огромные у них уши, как у этих, как у кроликов, да? Не, ну вообще уши огромные, значит, они очень хорошо слышат. Расцветка
Такая интересная расцветка. И еще длинные рога. Так, вот у нас, смотрите, какой огромный верблюд. А вот носорог. С той стороны, наверное, лучше будет видно, да? Смотрите, носорог. Кушает носорог. 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 А здесь кто? Who is here in this area? Who? Носорог. Носорог там. There. А, and the, here? А, здесь? Да. Носорог здесь, да? Россия? Ага. Россия. Казахстан. Обезьяна-паук. Давайте посмотрим. И смотрите, они, главное, не выходят же с этой территории. А, все, поняла. Они огорожены водой. Они огорожены водой. Они, видимо, не умеют прыгать. Да? Лава. Ну нифига, хотя они плавают. И плавать тоже не умеют. Хотя обезьяны, они очень же хорошо летают. И вы представьте, нас разделяет только вот этот прудик. И они не могут допрыгнуть до этой листвы. Ты думаешь, они не смогут до сюда допрыгнуть? Иди, а почему смотри, они делают? Хвостом держится. Да. Интересно стал. Хочет. У нас есть... Ох, какие звуки. У нас есть бананчик. Можешь кинуть им банан? Пойдемте, давайте. Давай. Вот они к пруду подошли. Рядышком с нами. Смотрите, как близко. Вот Саша, а вот в обезьянке. А? Смотри. Это называется обезьянка... Ой, пьет водички. Обезьянка-паук. Да он ждет бананчиков. Ты банан... Нет, у них такие рожицы интересные. Сейчас дядя Женя будет вас кормить. Такие рожицы интересные у них. Банана сейчас будет. Опа! Все. Вот кушает. Вдвоем, да? Ой, такие хорошенькие. Довольный такой побежал наверх. А? Довольный наверх побежал. Ты видал таких животных? А? Смотри, какие у них длинные эти рога. Какие длинные, красивые. О, какие они огромные. Буйволы, да? Это они такие огромные. А почему они такие огромные? У них совсем клеточка такая маленькая для них. Они же не помещаются. Не, они вот так сюда загнали. А, убирают, точно. Пока загнали, пока здесь убирают. И потом их отсюда вызволят на их небольшую территорию. Интересные такие стали они в очередь. Хотят зайти, да? Сейчас клеточку уберут, зайдут. Львы на них нападают, львы. Львы на них нападают? Вообще, я говорю. Вот здесь какой у них здесь какашек. Ой, мелкий, да, у них такой? Мелко какает. Пойдем в середину отсюда. Это только Да. Вот. Лошадь. Здесь лошадки обычные. А здесь цапельки. Вот это сова. Саша, смотри, сова. У-ху-ху. У-ху-ху. Вот сова, смотри, спит одним глазом, Саша. Один глаз закрыла. Саша, посмотри на нее. Один глаз закрыла, один глаз открыла. Смотри, она спит с одним глазом. Ты же знаешь, что совушки, они ночью бодрствуют, а днем спят. И он интересно такой, днем хочет все видеть, поэтому один глаз закрыл, один глаз открыл. Смешной, да? А? Варан! Вот я хотела увидеть большого варана. Комода. Индонезия он водится, такой комода. Ой, какой красавчик. Это он шерсть, ой, свою кожу он сбрасывает. А что он кушает?
Он что кушает? Владик, можешь рассказать мне, что он кушает? 300 метров, откладывает 20-30 яиц, инкубационный период 7-8 месяцев. И что он кушает? Оказывается, он падальщик. Смотрите. Poison. Poison? Yeah. Uh-huh. What he eat? What he eating? What he... А, говядину ест? Говорит, что он очень опасный, и он ест говядину. Значит, он любит маленьких детей, Саша, кушать. Косварис, косварис какой-то. Соутер. Смотрите, какой он красавчик. Может быть. Интересное такое. Для чего их природа оградила таким большим, такой длинной шеей с отростком, как у пеликана? Смотрите, какой приличный домик у шимпанзе. Сейчас мы услышали, как они здесь дерутся, и прибежали сюда. Прям все отложили, все дела, прибежали к шимпанзе. Смотрите, какое у них оградительное какое место. А они не смогут выпрыгнуть, да? Вот такие высокие здесь. No. Дядя Женя хочет кинуть. Ух ты, смотри, шимпанзе какое, Саша. Это можно горилла? Ну, не может, видишь, спуститься? Ну, может быть, спуститься может, но не может высоко прыгнуть. Ждет. А вон сзади, видели? Смотрите, вон сзади, на деревья. Кричит он. О, нифига как. О, ужас какой, какой он опасный. Вы представьте, встретитесь с ним. Враги, враги. Как будет враг, Владик? Да, да, я знаю. Я же говорю, вон шимпанзе. Он с ним ругается. Ну кинь уже. Я уже думал, что он ты уже праздник. Он такой злой. Посмотрите на него. Ну что ты такой злой, а? Такой сердитый, злой такой. Ругается. Ну все. Успокоился, да? Сейчас дядя Женя тебе бананчик даст. Вот сидит, ждет. Дай мне, говорит. А жопка у него не красная. О! Молодец, похлопал, да? Похлопал, да? А? Молодец. А другой, другому дай. Молодец, дядя Женя похлопал, да? Мама, смотри, танцует, танцует. О, танцует. Ой, молодец, настроение у него появилось, да? Молодец. И что он кинул? Камень кинул, что ли? Представьте, сейчас как камень кинет. О, кидается еще. Ну не кидайся ты. На. Еще хочет. Че ты так остановился и думаешь? Такой злой, а, шимпанзе. А? Че такой злой ты? Нахмурился. Тебе же дали еще бананчик. Что ты не... Смотри. Здесь.
Ну ты же ему закинул банан, он его не ест. Не, не хочет. Вот же, вот банан, вон там. Вон банана, банана там, банан. Не-не-не, вон банан, там лежит. Иди поищи, там банан есть. Мы ж тебе кинули же, а ты сам его не взял. Иди возьми банан. Вон банан. Вон, вон. Вот банан. Вот он, вот он. Вот он, куда пошел? Не хочет. Это, короче, фэмили, семья. Смотрите, здесь мы можем видеть самого маленького оленя. Вот оно. Я не знаю, что-то на оленя он не похож. Он похож на мышку. Маленький такой. Вот они, птички, смотрите, птички. Мам, я хочу в ресторан. Ну, ресторан, если увидим, пойдем. Здесь тоже птички. Он, наверное, он потом плату какую-то захочет за то, что он нас привел туда. Ага. Ну, наверное, да. Ты куда кому? Ну, может быть. Это же самое малыш. Кричат. Кричат. Хорс. In our country very many horse. Very many horse in our country. Ой, кушать хочет, да? А здесь уже как? Горилла, да? О, смотри, что делает. Здесь это тоже хлопает. Да, хлопай, Лань. Хлопай ты, похлопай. Он руку просит банан. Это горилла или кто? Владик, скажи. Стой, стой, Лена. Опа! Молодец. Такой деловой, это какой-то такой чувак деловой, а? А? Он совсем другой. Тот-ка такой он, как сказать? Тот шимпанзе, он другой. А наоборот, тот горилла, этот шимпанзе. Да. Вот еще наверху кто-то. Смотри, хлопай. Не, не этому дай, дай другому, да, Женя. Вот этому дай. Жень, вот этому дай. Как такой крутой чувак сидит, руку вытянул, говорит, дай еще. А этот сидит что-то там, думает о жизни. Идем, идем. Говорит, дай сюда. Давай. Ой, не хочешь ловить, да? Ленивый, да? Наелись, не хотите, да? Больше. Смотрите, где они живут. Приматы это. Очень, кстати, вот именно думает, что они произошли. А, вот, смотрите, какое у них здесь. Человек, шимпанзе, горилла, орангутанг и гиббон есть. Это все мы, классы. Примата, да, хоминини, более... А, шимпанзе. Смотри, они более как человек. Человек с шимпанзе, мы относимся к одному классу, вы представьте? Поэтому они более как люди. Но я и смотрю, они более такие разумные существа. Красные попочки. Вот мы нашли, у кого красные попочки. У орангутангов. Смотрите, какая у них территория. И нас разделяет вот такой вот пруд. Пруд. Опять. Да, они, наверное... Боятся. Да, боятся, наверное, воды, ну и высокие стены. Смотрите, и тоже просит, да? Или что это такое у него торчит там? Это что такое? Рука торчит или что это? Ну-ка, давай с той стороны подойдем. А что так торчит у него? Я думала, это рука торчит. Красавицы такие. Красотки так важно идут. Так важно идут. Почему такая жопа у него красная большая? Дядя Женя хочет вам кинуть. Хлопает он? Жень, посмотри, он хлопает? Это уже на людей больше не похоже, имеется в виду. На людей уже меньше, да, отличие?
Тот прям шимпанзе, как человек был. Ой, пьет водички. Ну, какая жопа. Ну, ты ему это, бля, прическу сделали, вот эти, всякие. Ну, да. Ты воняешь эти? Не, а почему у них такие эти, зады такие? И, наверное, ему тяжело, да, ходить с таким задом. Почему у него такой зад? Может, он болеет? Он опух как-то. А? Не, а почему у него такой зад большой? У того аккуратно, а у этого какой-то он бесформенный. Может, он болеет чем-то? Здесь олени. Индийские олени. И цапелька с ними живет. Смотрят, да? Вон, я вижу издалека слоненок. Наконец-то папа наш увидел. Говорит, я на Шри-Ланке хоть увижу слонов. А слонов, оказывается, держат в зоопарке или в питомнике Пинавелла. Кстати, слоны, они очень опасны для людей, потому что они ежегодно от них могут погибнуть более 65 людей на Шри-Ланке. Они, дикие слоны, очень опасны. Они идут к людям домой для того, чтобы найти себе пищу. Из-за этого люди погибают. Вот представьте, вот он дикий, да, слон? Вот с такими бивнями. Как зайдет ваш домик и хочет кушать. Конечно, люди будут погибать от таких больших слонов. Поэтому слонов держат в зоопарках и в питомниках. Вот он огромный, этот слон. Его прям с цепями держат, да? Ну да. С бивнями, разве мать? Это мальчик, а это девочка. А, это мальчик, понятно. Все девочки. Да, с бивнями такими. Слон, а эти девочки аккуратненькие стоят так. И просто. Телефон, тач. Телефон, тач. Хотите потрогать слонов? Потрогать? Потрогать. Вот они. Слоненькие. Это девочка, она как будто улыбается. А это мальчик, как будто он драться хочет. Слонятки все. Купаются, смотрите, купаются они. Слонятки. Купаются. У них утренние ванны, они только проснулись. Кто-то кушает, кто-то купается. Кушают травку, да, они? А? Они, наверное, прирученные. Саша, хочешь слоников близко посмотреть? Давай, ближе подойди, тебя сфотографируй. Папа так хотел слоников, он к ним ближе подошел. Ну и вот он, вот где можно со слонятами поиграться. А, у них цепи, они далеко даже не пойдут. На цепях они. Идите слоников потрогайте. Потрогай слоника. Ой! Саша, иди слоников потрогай. Боится. Ой! Саша, иди, я тебя буду снимать. Банан, дай, Владик. Владик, дай банан. Владик, банан дай. Саша, вы представьте, как я близко подхожу к большому слону. Нет, вообще-то я уже, наверное, забыла. Я подходила, я даже на них каталась. Вот, папа наш хочет дать бананчика. А что ты ко мне? Что ты ко мне прям тянешь? О, кушает. Не, он выкинул. А, он его моет, смотри. Он его моет. А, моет, да? Моет. Молодец. Молодец. Это обезьяна альбинос. Знаешь, почему она названа альбиносом? Потому что у нее нет своего пигмента. Смотри. Ну, она, смотри, белая. Ты когда-нибудь видел белых обезьян? Они обычно обезьянки же. Вот, а вот это хочет бананчик. А что ты так кричишь? Что ты кричишь ты? А? Что ты кричишь? А? Что такая недовольная-то? Еще рычит что-то?
Недовольная она. Смотрите, а вот они, бегемоты. Мамаша и ребеночек. Бегемотик. Травоядные они. Рядом с ними ворона. Что она хочет от него, не знаю я. Ворона. Кстати, ворон здесь очень много. Ворон. А вот бегемотики в воде. Смотрите. Кайфует от солнышка. Принимает водные процедуры. Иди покорми. Смотри, они едят стручки гороха. Ой, они такие малышки маленькие. Папа. К ребенку. Ну всем дай. Вон с той стороны пришли, Саш. Вон. Вон с той стороны пришли. Иди дай. Угу. А наверху? Маленький. Да. Ждет, когда дойдет. О, большая пришла, отогнала. Ой, она даже телефон мой тронула. Это ручки какие? Да, я вижу. А вот это лемуры. Коричневый лемур. Приматы, кстати, тоже. И семейство приматов. А вот идут монахи, смотрите. Они пришли, наверное, всем классом своим смотреть животных. А вот здесь у нас выдра. Кушает рыбку. Выдра кушает рыбку, а мы кушаем мороженка. Мороженка стоит всего лишь 100 рупий. Купили еще там типа мини-чипсиков тоже по 100 рупий. На этикетке прям написано. Правда, здесь почему-то мало вот этих киосков-то. Ладно, нормально, но пока рестораны я здесь не вижу. Это наш Сашуля хочет кушать. А с утра мы не поели сразу. Приехали в зоопарк. Потому что сегодня у нас обещают дожди. Кто это? А, лев. Лев. Вот, сегодня у нас обещают дожди. Вчера были тоже весь день дожди, как мы приехали. Ну, не весь день, после обеда были дожди. И сегодня тоже будет дожди. По прогнозу, после часу дня. Поэтому мы с утречка решили не терять времени. Приехать в зоопарк до дождей. Вот. Поэтому мы с 8:30 мы уже здесь. И с утра вот кормят животных. Смотрите, мы видим львов. Львица, львов. Так, здесь мы видим Мишу. Он спит. Вот его домик, смотрите, здесь. И фонтанчик есть, и качельки даже есть. Хорошо ему живется. Ой, мы зашли в птичью клетку. Вы представьте, сколько здесь летает. Ну, это настоящие джунгли. Представьте, как близко эти попугаи. Будете кушать? У меня печенька есть. У меня печенька есть. Сейчас дам печеньку. Лебеди, сван. Гайчики сидят.
Ты что так кричишь, а? Что так кричишь? Там можно наезжали. Угу. Она ее приезжала. Причем я колено сидят, арбузы едят. Ты зачем? Попугай. Как кричат они, а? Вот кушают они, вот что они кушают. Фрукты они кушают. Где? А, вон она, мышка даже есть. Она тоже, да, живет в зоопарке? Крыса, Жень, видал? Крыса тоже в зоопарке с ними живет. Шри-ланкийская крыса. Взяли вот такие на перекусы хот-доги симпатичные. 240 стоит. И фанту. Перекусим, потом пойдем уже нормально покушаем. Ну, попугаи такие шумные. Детки бегают после школы с родителями. Полно людей. Попкорн, кстати, здесь соленый. Мы говорим, у вас есть сахар, давайте нам попкорн с сахаром. Нет, говорит, только соли. Вот так они кушают соль и попкорн. Мы говорим, мы не можем такое есть. Кстати, нам остались еще самое интересное, это аквариумы, пингвины здесь есть, змеи, пауки. Голубые, желтые попугаи Ара. Тоже здесь их много. Кричат, кричат как. Вот они кушают. Кстати, в этом зоопарке очень много ведь всяких киосков, где можно перекусить, а также еще отделение с водой, краники с водичкой, с питьевой водой можно и попить. Но мы не осмеливаемся выпить, поэтому пьем своей водички. Сейчас мы ищем дорогу, что-то Владик там по карте нас ведет, следопыт. Обошли кругом. Обратно возвращаемся. Ищем сад бабочек. Это острич. На страусов Эму похоже сильно. Острич. Вот они, фламинго, стоят на одной ножке. Ну, один стоит, главное, на одной ножке, второй на двух ножках. Как он так может стоять? Такая, ну, ножка тонкая совсем. Красивый розовый фламинго. Что? Так, сейчас мы идем в аквариум. Но здесь столько много деток, надо было в первую очередь пойти в аквариум. А не было очереди, а вы там снимали. Фламинго. Нет, когда мы только зашли, я хотела в эту сторону, в аквариум сходить. А потом уже на всех животных. А вы сразу пошли в эту сторону. Так, зашли в аквариум. Нас здесь встречает тюленчик. На шоу мы, к сожалению, не попадем. Шоу у них 4 часа. Дня. Заходим вовнутрь. А, я думаю, что такое? Вон там карпы, смотрите. Какие красивые. Карпы встречаются. Так, здесь встречают нас разные рыбочки. Вот интересные. Похоже на щук, рыб. Карпы плавают. Так, здесь у нас рыбки. Thank you.
лайн. Фиш. Интересно. Вот эту рыбу называют лайн фиш. Но только я ее здесь не вижу. А вот это интересно, она плавала со мной в Красном море. Не жарко. Смотри, это акула. Маленькая акулка. Мам, я хочу уже поскорее уйти. Не могу слушать эти бесконечные капли. Ну, попали мы с ними. Я вам предлагала подождать на улице, вы не захотели. Дай ей пальчик. Видали когда-нибудь таких огромных рыб? Эта рыба называется арапайма. Какая она большая, нифига, как она достигает размера. Вы видали? Такую рыбу я никогда не видела. Гигантский арапайма. Ну, а здесь у нас уже лангусты. Здесь тоже самое. Лангусты. Ой, школьники ушли, так хорошо стало. Привет, приветики. Ну, кстати, они очень такие рыбки. В Красном море они за мной прям плавали, им все интересно было. Любопытные они рыбки. Плавать вот такой. Ну, арапайма, она гигантская просто. Просто гигантика. Вот гигантика она. Она меня прям покорила, эта рыбина. Огромная. Смотрите, вот ребенок стоит, а вот эта рыба арапайма. Она, по-моему, блин, высота у нее больше, чем человек, выше по длине, больше, чем человек. А, это маленький полиптерис фиш. А, смешные такие, малюсенькие рыбки. А это рыбки черной линии, так они и называются. Здесь вот рыбочки есть, стоят на одном месте. Это пинтус какой-то, пинтус. Вот, они совсем маленькие рыбки, маленькие. Размеры 3-4 сантиметра всего лишь. Называется бандула барб. А эти блочт филаментед барб. Вот мы зашли на втором этаже. Интересный музей. Хорошо, что деток сюда не довели. А то бы здесь они галдели. Здесь так прохладненько. Смотрите, мы что можем увидеть. Это скелет жирафа. Я думала, кто это? Так похож на динозавра. Оказывается, это скелет жирафа. О! Это гигантское... Этот, как его? Скат. Это не искусственный. Засохший. Это не искусственный, это засохший, натуральный. Ты что? Здесь такой не будет держать. Ты посмотри, какой он. Ух ты. Это рыба-гитара. Это нет. Это рыба. Они, вот смотрите, какие бывают здесь животные. А это у нас что такое огромное за животное? Это гиппопотам. Ривер, который находится в реке Гиппопотам. Смотри, отпечатки пальцев древних животных. А это, наверное, отпечаток гиппопотама. Это правильно, animal footprints. Поэтому, Саша, надо изучать. Первое, это азиатский этот элефант. Вот этот большой элефант. Кого ты хочешь увидеть? Чей след ты хочешь узнать? Это элефант. Вот, например, вот это след 2. Давайте посмотрим 2. Это след wild cat, дикая кошка. Так, давайте посмотрим, что такое 13. 13 это лечви, дропинг. Ну, это ихние эти фекалии. Животных тоже можно узнать, разные фекалии, кому они относятся.
Гиббоны. Гиббонов мы не видели здесь, да? Орангутан. Маленькая. О, лорис такая маленькая. Манки. Да, это все чучело, которое сделано из настоящих животных. Это все чучело настоящих животных. Фишинг-кат. Все это чучело. Но чучело, это же есть же настоящее. Она из них все сделана, смотри. Это настоящее. Нет, это все настоящее. Я тебе и говорю, все что почему ты такое? Я тебе говорю, что все настоящее. Все настоящее. И специально сделали музей для того, чтобы люди изучали. Порцупин. Что, дикобраз переводится порцупин? Даже не знала. Лев даже есть, представьте. Лев. Это у нас мишка. Да, скелет мишки. И его шкура. А, это у нас рога антилопа. Рога. И коду. Ой, а какой огромный череп. Это чей такой огромный череп? Азиатского элефанта. А это африканский элефант. Азиатский он больше, да? Череп. Вот они все черепа. Черепа мышки. Череп гиппопотама. Череп гиппопотама. Череп жирафа. Рино. Риносерок. Что такое риносерос? Вот. Шимпанзе черепа. Смотри, варан. Саша, смотри, варан живет сам здесь. Мама. Смешной. Хорошо, что мы успели проверить музей. Вот они уже. Они не будут идти. Они не будут идти, они даже не знают, что такое музей. Они же, или они же знают, что в музее нельзя галдеть. И поэтому, наверное, их не отвели. Здесь представление бывает. Дважды в день. Да, в 4 часа где-то так. Сейчас они покушали и отдыхают все. Финов здесь нету, потому что они умерли, сдохли, как он сказал здесь работник, 20 лет назад. Вот такой вот зоопарк. Как, Саша, тебе зоопарк? Злой обиделся на меня на то, что я его не слушаю. Как тебе зоопарк?